Фестиваль Петровской музыкальной ассамблеи инициирован нами, как главным обществом, и защищен как проект, и реализуется на средства гранта правительства Российской Федерации, поддерживает Министерство культуры. Очень тепло об фестивале неоднократно уже сказала федеральная СМИ Ольга Борисовна Любимова, говорит и погружается в эту тему. Но надо сказать, что мы открыли фестиваль в конце мая в городе Воронеже. Вчера мы были в Белгороде, вчера мы были в Ростове-на-Дону, сегодня в Саратове, завтра в Самаре, послезавтра мы будем в Тамбове, потом в Ханты-Мансийск, потом в Владивосток. Ну, фестиваль переезжает по всей стране. Идея, мы пытаемся в Европу воссоздать ассамблеи, которые были учреждены императором Петром Первым, Петровские ассамблеи. Назвали это музыкальные ассамблеи, мы не говорим, что это духовые ассамблеи. Духовые – это основа основ всего, особенно то, что заложил Петр Первый. Об этом мы сегодня будем много говорить. Петр Первый сам был фанатом, если как перевозят на современный язык, духовых инструментов. Прекрасно играл на многих музыкальных инструментах. Кого уговаривал, кого заставлял хорошо играть. Ну и, в общем, эта идея вот сейчас получает свое развитие. Почему мы говорим о музыкальных ассамблеях? Потому что вся идея состоит в том, чтобы регион представил свою лучшую точку зрения, лучшую. Еще раз показав фестиваль мастеров и искусств каждого региона. И мы тщательно работаем со всеми организаторами, говорим, показывать только самые лучшие. А уже со стороны федерального центра мы приглашаем коллективы или отдельных исполнителей для того, чтобы показать, что разница не всегда бывает большая, что в регионах иногда бывают творческие коллективы, которые слушают каждый день, в общем, воспринимают как само собой разумеющееся, на самом деле туда, потому что в каждом регионе свои звездочки, свои изюминки, свои прекрасные коллективы. Поэтому сегодняшний приезд Кремлевского оркестра здесь, или ансамбль Кристиан Александровна, сопровождает в других городах, иные коллективы, оркестр Министерства обороны с нами работают. Ну, в общем, это очень хорошо, но самое главное, еще раз обратиться внимание к талантам земли, на которой проходит фестиваль. Поэтому для нас... Будет звучать музыка Петровского времени, что связывает эпохи? Ну, конечно, а что, будут звучать приватные канты, будут звучать знаменитый марш Преображенского полка, который в то время был не только главным маршем, но маршем, это был же гимн России, до тех пор, пока не придется новый Вольфслайн. Конечно, должна звучать, а если даже сейчас то будет звучать, то у людей должна работать идея, а что же еще будет? Что еще? Потому что Петр Первый реформатор во многих направлениях жизни, обустройство России. Ну, также, конечно, в этом году много чего сделал в музыке, об этом сегодня можем отдельно поговорить.